Я знаю, что многие из вас не любят ролики по Black Rush. Когда выпускаются там какие-то вот эти вот очередные видео, люди заходят на видеоролик с одной единственной целью — отписаться. Иногда они еще и ставят дизлайки, как лично я полагаю. А иногда, хотя, по-моему, на моей памяти такого не было, но, скорее всего, они пишут комментарии, мол, блин, вот как же мы раньше жили без всей этой Black Rush, вот Black Rush то, Black Rush это. И в самом деле, то есть я сам в шоке от того, насколько Black Rush проникла вообще в умы и в разум людей, да так, что просто такое огромнейшее количество просмотров набирают порой некоторые видеоролики на ютубе, связанные со всей этой Black Rush, и один из них мы сегодня разберем. Разумеется, мы не будем там смотреть мои видеоролики, или вообще смотреть видеоролики, или там, я не знаю, возможно, их лайкать, комментировать, оценивать. Все это мы делать не будем. Все это сможете сделать вы под моим видеороликом, нажав либо лайк, либо дизлайк, либо подписку, либо отписку, а также не забывайте, что есть кнопка поделиться. Ладно, я сам не люблю все эти вот попрошайничества, вступления, постоянно в своих выпусках ДК все это проматываю. Кстати, посмотрите новый выпуск ДК, если еще не видели, там все замечательно, там все круто. По-моему, на момент выкладки, опубликования и всех прочих вещей, связанных с данным видеороликом, все это уже должно произойти на том самом канале под названием Семен. Однако, давайте перейдем к, ну, сами понимаете. Видеоролик с ответами на вопросы в автошколе на Black Rush набрал более чем 250 тысяч просмотров. Залит был ролик в день открытия проекта и за 11 месяцев, как можно полагать, помог ни одному игроку получить лицензию на авто. Но очень жаль осознавать то, что автор, скорее всего, кроме спасибо, в комментариях ничего не получил. Или не получил ничего. Тут, в общем-то, суть от всего этого не меняется. Сам факт в том, что капиталистический мир, в том числе и капиталистическое сообщество Life Mobile, так сказать, рабы капитала и все прочее, они хотят сказать то, что там не от самой Black Rush он не получил никаких там, знаете, преференций. Вообще, что означает это слово, я сейчас загуглю. Да-да-да-да-да, все правильно, то есть я загуглил, что это значит. Все, я, наверное, даже это вырежу. Хотя нет, я после того, как это сказал, я все это вырезать не буду. И все такое, в общем-то, Life Mobile, а также Ромка Злобин, а также, скорее всего, редактор, который составлял весь этот пост, он намекает на то, что у человека, скорее всего, не была подключена монетизация на видеоролике. Плюс, к тому же, он идет 48 секунд, поэтому я думаю, что даже с этого ролика, в теории, если его смотрели до конца и по нескольку раз, то, наверное, там все равно не могло набраться 4000 часов просмотра. То есть, ну, я... Хотя, возможно, что на том канале были и другие видеоролики, которые также там, знаете, набрали просмотры за счет этого всего, там, возможно, было бы, можно было бы, а там, знаете, набрать очки для монетизации, как вы, возможно, знаете или не знаете, для того, чтобы получить монетизацию, нужна 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра, и я сейчас даже зайду на вот до данного человека, так, и посмотрим вообще, что там такое. Так, вот 270 тысяч просмотров, канал называется Паскаль, и на нем почему-то комментарии отключены, и количество подписчиков также, к сожалению, отключены, и поэтому мы не сможем узнать, что там, как, где, почему, зачем и для чего. Хотя и до этого, в общем-то, на канале данного человека были видеоролики, там некоторые набрали 9400 просмотров, вернее, один такой видеоролик, другой видос набрал 2700 просмотров, но все эти видеоролики идут меньше 8 минут, как лично я понимаю, то есть ничего длиннее я найти не смог, и скорее всего капиталистический журнал Life Mobile прав, что монетизации на данном видеоролике не было, да даже если бы она и была, я не думаю, что человек смог бы заработать больше, чем там, ну, долларов, может быть, 5 или там 6, потому что, во-первых, это игровой контент, во-вторых, видос идет мало, в-третьих, ну, возможно, еще что-то там будет, и человек почему-то даже отключил комментарий. То есть, даже спасибо он не получит, понимаете, в чем дело? И, то есть, настолько человек какой-то вот этот вот, когда за бесплатно делаешь, это как называется, так сказать, меценат, там, вот это вот все прочее, так сказать, на респекте, вот там, ну, сами все это, понимаете, альтруистом, ну, вот это вот вы все, я думаю, сами понимаете. Однако, с этим роликом определились, с человеком данным определились, что он такой, знаете, альтруист, ему ничего не надо, ни денег, ни славы, ни популярности, ни вот всего прочего, а мне деньги нужны. Что сделать нужно для того, чтобы я получил деньги и продолжал их получать дальше? Наверное, вы все знаете. Ссылочка на Black Rush, она находится в описании данного видеоролика. Я играю и снимаю и делаю все прочие вещи на 11 сервере Black Rush под названием Indigo. Он открылся не так давно, поэтому если вам все это нужно, если вас все это заинтересовало, если вы давно хотели там, знаете, начать свою игру тысячелетнюю и все прочие года, вы также, возможно, хотели все это сделать, но искали какого-то момента, то для вас есть промокод #ZDS, а также мой никнейм Данила КПРФ, который вы можете ввести, и ничего у вас не убудет, не отбудет, но если вы найдете меня на сервере, на проекте, на серваке, то я вам, возможно, дам денег, если вы скажете, что вы зарегались на меня, поэтому не упускайте свой шанс,
заходите, регистрируйтесь и ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь от канала, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания и пока.